На сцене Дома молодежи состоялся спектакль, где выступил Московский театр с постановкой великого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В пьесе невероятным образом переплелись все ключевые моменты книги. Разговоры Воланда с Берлиозом и поэтом бездомным, линия мастера и Маргариты, встреча мастера и поэта бездомного в психиатрической больнице, общение Понтия Пилата с Иешуа, бал у сатаны и решение судьбы мастера и Маргариты. Также зрители отметили находчивость, с которой команда театра подошла к исполнению массовых сцен. К примеру, бала у сатаны. В виде гостей выступили сами зрители, что не только создавало объем сценическому действию, но и позволило амурчанам почувствовать себя участниками спектакля. И действительно, сыграть честно и искренне историю любви, пережить ее, пропустить через себя всю боль и страдания, под силу только самым опытным актерам, которые действительно верят в то, что любовь на самом деле сильнее смерти.